何もいないのかな？兵士もいない？以前探索した地下の場所とかはまたアイテムスポーンしてた。兵士いるじゃん。結構いるな。ちょっと精神欠けてるんだよな。精神欠けてるけど、あんまり敵が密集してるところでステルスキルを取ろうとしてもな、リスキーなんだよな。撃っちゃおっかな。まだいたよな。そう簡単にバレねえぞ。もういたいたいたいた。急に無音なんだけど。私のことですか。お前は生かしといてやろう。死体のハイライト。死体のハイライトができるならねえ、兵士のハイライトもできていいと思うんだが。向こうか。なんでこんなに無音なの？どういうこと？はい。こいつは拾ったか。ああ、音出た。なんだこれ。どういう判定なんだ。前はここの地下に行ったんだっけな。レーションは13か。もっとがっつりあれば安心できるんだけどな。今一瞬、ああ、チェルノホストがリスポーンしてる。リスポーンしてる。倒しちゃおっか。ちょっと意外と合わせるのが難しいんだよ、これ。あ、来た来た来た来た。オッケー。シュッとね。回避できる技を駆使して近接攻撃を避けようか。うまいこと。キノコ。あ、エフゲにおった。中じゃなくて外におった。あ、揉めてる。Не говори мне, что делать! Я свободный человек! Гордый член Припятской братвы! Продаю барахло и рублю басы! Это про меня! Это по-твоему басы? Да моя шаха басы мощнее рубит! Чё? Я по басам спец! Ты на Припятскую братву-то не быхуй, слышь? А? Чё за братва? Один придурок с говняным радио? Эй, ещё одно слово! Это говняное радио будет играть из твоей жопы! Кстати, поторговать не хочешь? Мометеру вени. Радио. Нараштурщи. Эй, что тут происходит? Чё тебе, а? Ай, ты? Хочешь поторговать? Не могу уже с этим идиотом разговаривать, блядь. Бесит. Ха, нани штенно? Как ты... поживаешь? Ну чё, бизнес крутится, а вы, ну ты знаешь.
Братва поднимается потихоньку. Похоже, клиенты не разделяют твоего музыкального вкуса. Да и хрен бы с ними! Тупые колхозаны! Ну чё, пора торговать! Кому коробку с сюрпризом? Торияйзу. А торихики на майне. Уханашишио. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Сорева майна кита. Нарцы бегают как в жопу. И этот трёмный урод черный. Сорева майна кита. Меня это чего? Так у тебя есть... Ты меня совсем не слушаешь? Ты вроде говорил, что у тебя есть. Не знаю. В каком Сорему смысле? Сорему майна кита. Ну, сам я их не... Ерунда какая. Да. Какая... Знаю. Всё очень просто. Не больше, Игорь. Мы усо. Только поста... Но... 前もタダでもらってるけど記憶が消えてるこやつ。Ты вроде говорил, что так что у тебя? Прости. はい。Мне пора идти. Разговор. またタダでもらっちゃった。しょぼいんだよね。なんかもっとおーってなるようなものを期待したいんだけど。この辺の細かいアイテム大事だから集めとこう。ああ汚染されてる。おお汚染されてる。おお汚染されてる。まあ脱走兵はどうせレーション要求だし。あーこの前この家の近くにレーション落ちてたな。わモンスターの音。なんだめっちゃ気味悪いんだけど。おっす。ああぼ。まあ今は別にいいや。目的地はこっちだ。まあ NAR がいるんでしょうな。前はこの辺にレーションあったけど、もうないか。なんでこんな汚染されてんだ。ダメか。ああ、リスポーンしてる。こっちにリスポーンするか。先手必勝。何？よし。おっと。あ、至近距離の方が強いな。もっといいもん落としてほしいな。汚染されながらも欲しい。よし。これ多分撃ったら近づいてくるでしょ。あ、来た来た来た来た来た来た。もっと来い。もっと近づいて来い。危ない。あ、しまった。兵士たくさんいる。この銃声には気づくのかよ。体力大丈夫。捜索中か。ちょっと距離取ろう。こういう時にリボルバーにスナイパースコープがついてれば遠くからでもサイレントキルを狙えるんだろうけど、今のところこの世界に存在している銃火器ってハンドガンとライフルとショットガンだけなんだよね。それ以外あんのかな。捜索中か。やっちゃうかこっから。え？え？何それ？何そのノーリアクション？
距離があるとやっぱり威力も下がってんのかな。もう一人いた。ちょっと精神がえぐられてきてる。映ったのは3人だけだったかな。はい、ちょっと焚き火を。塩。はい、まあ言うて精神がえぐれてる間は何か冒険中不都合が起きたりしたわけではないんだけど、ちょっと視界が悪くなるぐらいか。もっと奥か。兵士がまだいそうな気がする。めちゃくちゃ気味が悪い。トラックある。さっきので全部だったりする。こっちか。兵士はいなさそうなんだけど、薬草薬草。あ、これか。おいで。Я нашел вход. Берегись охранников. Они наверняка где-то поблизости. Ясное дело. Где я тут думаю? Где им еще быть? Ма, 中にもいるかもしれないから警戒しよう。いるね。はい。結構深いっぽいぞこのバンカー。誰もいない。お？牢屋？なんかあるな。あ、レーションだけどピッキング、これで今のラス位置だったから、他に開けられる場所があったらちょっと開けられない。困った。あ、誰かいる。メインコンソール的なものがあった。ちょっと待って、さっきこっちで、これすげえ気になる。何これ。なんかクラフトアイテム臭さがあるんだけど、いや話をしようか。男の子。Эй, пацан. А ты что тут делаешь?
Детям здесь не место. Это уж точно, дед. Выпусти-ка меня, пока охрана не вернулась. Как тебя зовут, парень? Я Глеб, и я ничего плохого не сделал. Выпусти меня, а то мой дядя тебе знаешь, как наваляет. О, ты давай полегче, шкет. Я не шкет, мне уже 10. О, я же найка. Чисто настолько. Для начала расскажи, как ты здесь очутился? Что это за место? Я собирался навестить дядю. Он должен был встретить меня в Славутиче, но... За мной приехал черный фургон. Внутри сидели два огромных мужика с каменными мордами. Они сказали, что отвезут меня к дяде. Дали банку колы. Обычно после колы ничего такого не бывает, но тут мне захотелось спать. Они тебя похитили. Проснулся я тут, но я не боялся. И не плакал. Ну, может, чуть-чуть. Я уже почти взрослый. Один раз я почти убежал, но эти дурацкие охранники меня поймали и посадили назад в клетку. И один из них сказал: еще раз попробуешь удрать, пожалеешь об этом, крысеныш. Но я не крысеныш. Крысы воняют и какают везде. Ты самый храбрый маленький мальчик на свете, Глеб. Я же тебе сказал, я уже не маленький. それさ、タラカンじゃね？ネズミ呼ばわりするのは違うかな？А кто твой дядя? Какой-то начальник? Ну да, он тут самый главный. Когда узнает, что со мной случилось, головы полетят с плеч. Он всегда так говорит. Интересно, твой дядя военный? Он был в армии, да, как мой папа. Но мама и папа сейчас на небе, и дядя обо мне заботится. Мне жаль, что так вышло с твоими родителями. Так он солдат, да? Он работает над чем-то важным, по заказу очень важных людей. Но я не знаю, что это значит. Тебе бы в разведку, приятель. Враг от тебя ничего не добьется. NAR がこの子をおかしな実験に使っていなければいいが、実験。Я хочу тебе помочь, Глеб. Но сначала... Задам пару вопросов. Ладно? Ладно, ладно. Ну, поскорее, пока охранники не вернулись. Ненавижу их. От них воняет луком и лекарствами. Какими лекарствами? Не знаю. Мой дядя тоже такие лекарства пьет. Говорит, это от нервов. Всегда носит небольшую фляжку с собой. Воняет ужасно. А, понятно. Такие лекарства. Эти люди... Делали тебе больно? Давали тебе что-нибудь? Таблетки или, может, уколы делали? Нет. Только накричали, когда я попросил меня отпустить. Тебя не просили залезть в странную машину? Не давали тебе зеленые кристаллы? Нет. Ничего такого. Ха, любопытно. И ты понятия не имеешь, почему тебя тут держат. Они сказали, мной можно жонглировать. Ой, нет, шаржировать. Что-то в этом роде. Шантажировать? Наверное. Я такого слова не знаю. Они сказали, мой дядя знает, что я здесь и скоро приедет навестить. Но я думаю, они врут. Бедный мальчик. Тяжело тебе пришлось. Можно мне к дяде? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Скоро пойдем, малыш. Дай мне подумать минутку. Дасанай нанте сэндакши ару ка? Коно ко мори ни ханацу но га бесто ка доу ка кангае накереба? Ладно. Пора вытаскивать тебя отсюда. Спасибо. Я скажу дяде, что ты хороший человек. Игорь, подумай еще раз. Ты ведь понимаешь, что здесь для мальчишки безопаснее, чем посреди зоны. Я соле ва со нанде ё.まあ、外の兵士は全部始末したんだけども。へえ。まあ、コンソールはあるからすぐ開けることはできる。どうするべきなんだ？だってこれこのまま戻ったってね。ちょっとこの部屋が気になるけど、
まんま戻ったら、いや、開けちゃう。まあ、というかこのコンソール、そこのバリケードをオープンするやつなのか知らないけど。オルガ、я нашел какую-то контрольную панель. Похоже, она открывает двери камер. А дальше что, Игорь? У тебя есть опыт работы няней? Ребенок должен остаться в бункере. Пускай он заложник, но он под защитой. Здесь безопаснее, чем снаружи. Как насчет того, чтобы отправить его к Матвею? Ты говорила, там относительно спокойно, так? Там детям не место. Каждый в поселке должен уметь сражаться. Ему там делать нечего. Почему ты, не знаю, просто не откроешь этот свой портал и не отправишь его к себе на базу? Я думал об этом. Слишком рискованно. Он еще маленький. Молекулярная структура его тела может необратимо измениться. Вот я и говорю, оставь его там, где он есть. そっか、あの村に居座らせることもできないし、ポータルにぶち込むこともできないのか。いや、かといってな、ここに残したってな、兵士何しでかすかわかんないしな。どっち選んでもリスキーだぞ。どうする？いや、解放しちゃう。オルガ、я отправлю мальчишку в твой поселок。Надеюсь, ты все хорошо обдумал. Ему там придется очень быстро повзрослеть. Поблажек не будет. Поселок – единственное безопасное место в зоне. О, хая идет кунно. Здесь неподалеку есть поселок, Глеб. Укрепленный. Там много людей. Они как солдаты, но на нашей стороне. Они тебя защитят. Скажи, что тебя прислала Ольга. Как думаешь, сможешь сам добраться? Без проблем. Я получил значок за спортивное ориентирование. Был лучшим в команде. Дайжобу кана? Ольга ва ёрокобанай дару. А. Сокка. Коре табун, аа, коукандо га варуку наттеру. でもね、仲間のご機嫌取りばっかりしたってね、しゃあないしね。っていうか、本来オリガとは関係が悪いはずだし。ここまで来てるんだからね、イーゴルが連れてってあげりゃいいのに、とは思ってしまう。ちょっとあれは謎だけど。帰るか。うん、帰ろう。